Итак, всем привет. Сегодня проблема такая. Вот эта кнопка. Она западает, получается. Так. Вот, да. Сами видите, как бы вот она, эта резиночка, ее надо будет поменять. Для этого надо будет разобрать и найти кнопку донора. Ну, допустим, вот эту. Вот она. Вот как вы видите. Это резиночка. Вот. Вот она. Надо будет ее как-нибудь отклеить и переставить. Вот, видите, нормально. Вот она, эта резиночка. Нужно будет эту убрать, резинку, и вот отсюда поставить. Ну, примерно вот она так вот все делается.